84-летняя Надежда Москалева живет с сыном-инвалидом. Надеяться им не на кого. На просьбу о помощи откликается целый мини-отряд волонтеров. Ребята в считанные минуты расчищают территорию от снега, выбивают ковры. К слову, поддержку в этом доме оказывают уже не в первый раз. Помогали мне, проходили. У меня была машина дров. Они мне и порубили, и порезали, и помогли его сложить. Я очень благодарна, что на сегодняшний день позаботились, чтобы я тут не смерзла и чтобы было уже чисто. Снежные десанты БРСМ спешат на помощь каждому, кто в этом нуждается. В списке ветераны, одиноко проживающие, инвалиды. При необходимости ребята приносят с собой нужный инвентарь. Со снежным покрывалом пожилым людям справиться, конечно, тяжело. А команда молодых бойцов быстро устраняет последствия циклонов. Мы постоянно принимаем участие. Примерно это около одного раза в неделю у нас такие акции проходят от БРСМ. А тем более в преддверии Нового года я считаю, то, что нужно людям все чаще и чаще дарить радость. Я обратилась в Белорусский республиканский союз молодежи. И ребята мне оказали настолько доброжелательно, звонками, вниманием таким. Я очень довольна. Оказывается, помощь пожилым людям. Уборкой снега поддержка волонтеров БРСМ не ограничивается. Активисты готовы помочь с порядком в доме, купить продукты или лекарства, наколоть и сложить дрова, принести воду. Любая маленькая помощь имеет значение, когда она оказана от чистого сердца. Информацию о проходящих акциях мы размещаем в нашей группе в социальной сети Instagram. Также в Телеграме, в группе «Говорит и показывает Бобруйск». Также мы активно работаем с Центром социального обслуживания населения. Туда граждане подают заявки, а они уже передают их нам. Мы на них откликаемся и стараемся удовлетворить все заявки. Республиканская благотворительная акция БРСМ проходит круглый год. В каждом районе города ребята готовы прийти на помощь. Во всех комитетах Союза молодежи работает горячая линия. Заявку на оказание услуг можно оставить по номерам телефонов, которые указаны на экранах. Елизавета Лепеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.